Смещенные акценты. Николай Десятниченко, чье выступление в Бундестаге стало скандальным, рассказал, что обрезали не его доклад, а именно видео выступление. Смысл и посыл речи школьника исказились. Текст доклада организаторы сократили почти на минуту. Когда приехали туда, нам сказали, что читайте медленнее для переводчиков, потому что они не успевают переводить. И получилось так, что у меня гораздо длиннее получилась речь. И поэтому вот там то, что они нарезали на YouTube, выкладывали видео, где последнего абзаца нету, там самое важное, то, что я искренне надеюсь, что не будет войн. Они убрали это все. Подросток рассказал о гибели немецкого солдата в советском плену. Николай посещал места захоронения солдат вермахта. Слова школьника о поездке вызвали широкий резонанс. Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны. Некоторые посчитали заявление оскорблением памяти советских воинов.